Все, еду я в город. У нас такой ветер сильный и снега навалило опять много. Просто ужас. У меня, блин, плохо ботинки подклеила зимние. Ну ладно. Ладно, поехала я в город. Едем, едем, едем. Все, везде метет, метет снег. Что-то прямо сильно замело. И снега опять навалило кучу. Ну ладно. Дай Бог, будет все хорошо. Так ведь? Или не так? Как думаете? Ладно, едем. Сейчас Машу буду в крипаре ждать. Пойдем ей обувь смотреть. Сначала по крипару поищем, а потом думаем, если там ничего не найдем, то на маслозавод пойдем. Ой, ребят, ходим мы с Машей, все ищем обувь и... Что мы еще ищем? Варежки с перчатками. Маша, мы уже весь крипар обошли. Мы уже весь рынок обошли. Сейчас идем в ТРЦ 3 семерки и в этот на масло зовут. Там еще будем смотреть. Короче, вот такие вот дела. Пойдемте вместе с вами. Дорогие друзья, мы приехали с Машей из города. Давай. Сейчас покажем, что купили сначала. Подушечки. Уже в последнюю очередь Маша кричит: мам, подушечки. Я думаю, что она мне за подушечки просит. Потом вот такие вот какие-то с кокосиком или с чем, я не знаю. С кокосом, да? Потом 3 литра молока мы взяли. Ой, пакетики рвутся. И тут 2 булки белого. Я сразу убираю просто, чтобы не лежало на столе. Сейчас дальше покажем. Сначала по продуктам пройдемся, а потом по всему остальному. Так. Курям. 2 булки белого взяла. Которые я взяла курям. Даже сегодня ушли. Потом хотим булочки на днях с Машей поскрапить. А? Не поняла. А, сейчас мак, короче говоря, купила. Сейчас покажу остальные покупки. Так, у нас освободился пакет. Знаете, кто туда залез? Василиса. Дай, Маш, чай, пожалуйста. Покажу его. Там муж капусту купил уже. Поднимать не буду. И вот такой вот чай. Ну и Вася в пакет лезет. Дальше показываем покупки. Так, это унеси. Это я показывать не буду. А, Маш, принеси варежки свои, покажем. Потом заходили мы в магазин, но у нас Ване колготки все маленькие становятся. Взяли вот такие вот колготки Ване. Потом вот такие вот колготки Ване взяли. И черные еще взяли. Там уже или Марине, или Оксане. Не знаю, кому полезут. Потом дальше Маше мы долго искали перчатки, варежки. Кстати, с Машей больше я в магазин не пойду. Все. Это противопоказано с ней в магазин. Ей никогда ничего не нравится. Она не любит. Она перемерила кучу варежек. Мы перемерили кучу обуви. Мы обошли все магазины с обувью в нашем городе. Слава Богу, мы нашли. Какую надо. Ну и то. Она так, скрипя зубами, их решила взять. Короче, вот такие вот перчатки с горем пополам мы нашли ей. Мы нашли. Ура! У мамы праздник. Резинки надо сегодня пришить. Дальше. Потом в магазин зашли. Там знакомая была. У нее продавались плавочки. Обычные, как сказать, хбшки вот такие вот. Короче, плавочки для девочек. Чисто белые. Я тут целую кучку их взяла. Ваши. Потом дальше. Для розыгрыша тут кое-что взяла. И у знакомой она нам еще вот такой вот презент, можно сказать, сделала. Это снудик и варежечки. И вот такие носочки. За что я огромное... А это для конкурса. А тут еще ручки. Тут для конкурса, короче, и ручки еще. Так, на это наноси туда. И сейчас, Маша, колготки возьми, пожалуйста. Сейчас я вам покажу. Какую обувь выбрали мы Маш? Не мы, а она. Честно, мне не очень. Я бы взяла кожаные, которые я изначально ей предлагала, но она их все отвергала. Все, что мама предлагала, она все отвергала. Были похожие на Свете на ботинки, она сказала нет. Вот такие вот. 2970 по стоимости. Внутри идет мех, тут еще замочек идет,
Вот они меховые внутри. Ну, вот такие вот дутики. Я не знаю. Ну, вот спереди перешнуруем, конечно, тут еще. Знаете, что интересно? Много дутиков перемерили там. Ей понравились еще некоторые, да, Маша? Ну, вот иди сюда. Вот она, Маша. Ей понравились там еще некоторые. Но она именно вот в этом взъеме, они и не подходят. И также ботинки, да, вот сколько мы перемерили, ей вот именно или съем, или пошире. Вроде у нее ножка не широкая, ничего такого. Но вот ей или узкий, или съем не подходит. Почему так, я ничего не понимаю. Но вот в целом, вот такие вот мы ей взяли ботинки. Завтра она уже пойдет в них. 35 размер показывают. Ну вот. На свои ботинки. Это маломерки. Да, маломерки. Вот у тебя чехлы от твоих ботинок. Целые, вот такие вот. Дальше. Раз уж отчитываюсь, то отчитываюсь по полной. Василиса. Заходила в Сбербанк. Оплачивала налоги. Налоги и за землю. Смотрите, какая типа чеков. В общей сложности 26 чеков. На общую сумму 4000 рублей. Оплатила 1681, это земля, плюс пени, плюс остальные вот это вот все налоги, целая пачка. Короче, 4000 рублей оплатила. Сейчас надо мне все эти чеки прикрепить каждый к своей бумажке, чтобы не потерялись. Василиса, ну Маш, зачем открыла коробку? Она сейчас порвет коробку. Вот какая кошка, блин, пакет какой-то освободится, она туда обязательно, коробка освободится, она обязательно туда залезет. Ну, Вася, не грызи коробку, блин, какая настырная кошка. Короче, все, слава богу, налоги оплатила, можно спать спокойно. Так, это все. А, еще вот такие, помните мне стики-тексы, когда первый раз я еще заказывала, приходили кофты. И там горловина не проходит. Что я решила сделать? Я купила разные замочки. Я хочу сделать вот такой вот ровненький разрезик на горловине и вшить туда просто замочек. Мне такую идею дала моя подписчица, за что огромное-огромное спасибо. Вот так вот я выйду из положения, потому что кофты девчонкам нравятся, а они из-за того, что голова тяжело проходит, не могут их носить. Поэтому вот так вот сделаю. Сдам или в ателье, или сама на машинке прощу. Посмотрим. Все вроде бы. Все отчиталось. Все это. Все, скоро мне в садик. Сейчас попью кофе и буду собираться уже в садик. В целом вот такие вот все покупки. Тут еще капуста, конечно, лежит на полу, туалетная бумага. Но это уж поднимать я не буду. Ну уж простите меня. А так в целом нормально все. Дети в садик ходят. Все дети живы-здоровы. Сегодня... Ты один достала. Ну, давай покажу один. Вот такой вот магнитик. Маша выпросила домой нам себе. Василий! Это не кошка, это кошмар какой-то. Да, меня просили больше кошку не показывать. Больше не буду показывать. И также, что у нас получается по ученикам? На сегодняшний день у нас Света на дистанционном, а с завтрашнего дня еще и Оксана уходит тоже на дистанционное обучение. Что, понравилось тебе? Маша хочет, если, кстати, кто хочет Машу порадовать, да, Маша, скажи, отправляйте мне магниты с разных городов. Она эти магниты собирает. Так что вот вам идея для подарка. Отправьте ей просто магнитики в маленьком конвертике, она будет рада. Да, Маша? Мы с Перми привозили деревянный магнитик, сломанный. Сломали его. Ладно, все, все вот такие покупки, все, пошла кофе пить, а то мне скоро в садик. Всем хорошего дня. Дорогие друзья, у нас вечер. Я пошла в магазин за крабом палочки. Смотрите, пока я ходила в садик, Егорка как тут дорожки вычистил, и вот здесь широко дорожки вычистил. Туда он пошел Тайсона кормить. Но вот видите, вы говорите, что Егорка не чистит. Егорка все хорошо чистит, он у меня молодец. Так что не быкуйте на него. Он как широко дорожку почистил. Умница. Ладно, пошла в магазин. Ребятам салат обещала сделать, а крабовые палочки закончатся. Иду за крабовыми палочками. Все, сходила снова в магазин, сейчас скажешь. Ну, опять Тарантино по магазинам бегает. Да, ребят, бегаю, успокойтесь. Так, что взяла? Дети утром в школу идут, бутерброды любят в основном есть. Взяла сыр вот такой колбасный, батончик один. Тут на килограмм вышел. Дальше. Молоко, хоть я уже и брала, но уже осталось мало, поэтому опять молоко взяла.
Дальше чай с лимоном пить. 4 лимончика взяла. Ваня, ну-ка, тихо. Мясо опять привезли свежий кусочек свинины взяла, потому что муж сегодня курицу у меня одну купил. Ты, Влад, же одну курицу купил? Одну курицу купил. И вот еще свинину я взяла. Дальше. Сегодня отварю картошку, морковку, все для оливье. Завтра сделаю оливье. А сегодня вечером буду делать крабовый салат. Поэтому я ходила за крабами. За крабовыми палочками. Последнюю палочку крабовых забрала. И крабовое мясо взяла еще. Дальше. Морковь корейскую. И майонез упаковочку. Вот все покупки. Все. Пришла у меня уже Оксана. Сейчас мы с Оксаной сядем, пока все варится, сядем уроки делать. Да, Оксана? Вот такие вот все покупки. Пишите ваши комментарии. Дорогие друзья, у нас время вечер. Мы со Светиком сделали салат. Светик мне помогала все нарезать, пока я с Оксаной уроки делала. Сварили все, сделали. Сейчас покажу, что получилось. Вот, ребят, целый тазик. Как вы называете? Каша? Ну, это крабовый салат. Мы так делаем. Все по-разному делают. Ну, вот сейчас будем кушать. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита.